Всем привет! Буду готовить чапче. Давайте готовить. Очищаем мясо от ненужных жилок. Мясо буду нарезать на мелкие полосочки. Мясо у меня говядина. Можно брать также любое мясо. Можно брать курицу. Также можно брать свинину. Кому какое нравится. Сегодня я буду готовить из говядины. Так, нарезаю все мясо. Нарезаю репчатый лук. Я буду нарезать мелкими кубиками. Болгарский зеленый перец я буду нарезать мелко. Также буду нарезать красный болгарский перец. Пока оставляю все наши нарезанные ингредиенты, буду варить фунчозу чапче. В кипящую воду выкладываю фунчозу. Варить буду до готовности. Обязательно пробуем, чтобы наша фунчоза была готова. После того, как сварилась наша фунчоза, промываем хорошенько холодной водой несколько раз. Откидываем нашу фунчозу на дуршлаг, чтобы наша лишняя жидкость стекла. Оставляю так фунчозу. Далее натираю на терке одну морковь. Морковь будем обжаривать вместе с мясом. Также нарезаю огурцы. Огурцы нарезают только зеленую часть. Вот так натираю два огурца. Пока убираю в сторонку, тем временем будем жарить мясо. Наливаю на сковороду масло, выкладываю лук, обжариваю минут 15. Добавляю мясо. Мясо обжариваю до готовности. Добавляю соль. Соевый соус. Добавляю морковь. Морковь буду жарить до мягкости. Добавляю в конце болгарский перец. Обжариваю минуты 2-3. Добавляю черный перец, паприку, острый перец, молотый кориандр. Все хорошенько перемешиваем, и наша заправка готова. Фунчозу обязательно нужно нарезать. Добавляю всю заправку к фунчозе. Добавляю огурцы, натираю чеснок, добавляю кинзу, все хорошенько перемешиваем. Обязательно пробуем, добавляем соль по вкусу. Такой салат получается очень вкусным. Обязательно пробуйте, подписывайтесь на мой YouTube канал, чтобы не потерять вкусные рецепты. У меня уже салат почти готов. Не хватает соли. Хочу добавить немного уксуса. Совсем чуть-чуть. Уксус можно не добавлять. Но мне кажется, что с уксусом получается салат более насыщенным. Всем приятного аппетита!